Мы солидно играли, я думаю, в обороне, так контролировали темп. Мне кажется, их не вратарь Красоткин дал им шанс зацепиться, поэтому и такая маленькая интрижка в конце и была. А так, мы очень здорово играли в обороне, я давно не играл, ребята очень помогли. Ко мне что прилетало, пытался ловить. Да, как раз таки, что касается игрового ритма, низкоматчево пропустили. Насколько было непросто или наоборот, с полными силами сегодня в игру вошли? Ну, я не пропустил, я страховал, был готов. Но очень важный матч был для меня, потому что давно не играл, надо все равно держать темп игровой такой. Рад, что не потерял его. Сегодня достаточно много удалений было и много разных вариантов игры в неравных составах. Насколько было непросто в эти моменты? Ну, потренировали меньшинство, большинство, я думаю, для всех хорошо, на пользу для нас, тем более пошло на пользу. Одна из лучших защит у нас в лиге сейчас по статистике. Что ключевое, и при том, что мы здорово так играем? Ну, я думаю, вратари очень хорошие, сильные. Я думаю, это даже... Да не, ребята хорошо играют в обороне. И так посмотреть, вон они все в синяках ходят. Поэтому на себя очень много блокируют. Без них у нас такая оборона не была бы. Ну и сам он тоже красавчик. Как у вас сегодня поддержка трибуны? Очень классно. Позавчера была атмосфера супер с Акбарсом. И сегодня опять аншлаг. Очень приятно играть дома с такой поддержкой. Поэтому пусть приходят еще. Мы будем стараться их радовать.